Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мне потребовалось насадить ручку к напильнику. Казалось бы, простая операция. Просверли отверстие и насаживай. Ничего хитрого нет. Но я столкнулся с рядом проблем. Давайте посмотрим. Казалось бы, операция очень простая. Зажми ручку в руке и сверли. Но, сами понимаете, ручка может вилять, и отверстие получится неровным. А что, если зажать ручку в тисках? Вроде бы держится, но прочно закрепить ее тоже не получится. Если зажимать сильнее, ручку можно измять. И опять же, она гуляет, и очень сложно поймать строго вертикальное положение. Для решения поставленной задачи я сделал небольшое приспособление. Такая вот своеобразная коробочка получилась. В этой коробочке я сделал пазы и поставил тиски. Из фанеры я сделал своеобразное приспособление. Просверлил отверстие, соответствующее наружному диаметру ручки, и распилил напополам. Сейчас я беру ручку и зажимаю ее в тисках. Вот именно в этом положении ручка надежно закреплена, и никуда она уже не убежит. Остается только просверлить отверстие. Получилось ровное вертикальное отверстие. Остается только взять киянку . Надеюсь, что кого-то из вас данная идея заинтересовала, и вы сможете для своей мастерской сделать что-то подобное. Но в любом случае ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и заходите почаще. Думаю, что вместе мы много чего еще смастерим. Всего вам доброго, пока!